сегодня проходит международная конференция «Цифровая трансформация. Фокус на IP». Digital Transformation. Мы находимся на форуме «Цифровая трансформация», разговариваем с нашими гостями. Мы заходим в такую зону, которая называется цифровизация. Мы видим некие направления развития интеллектуальной собственности, мы видим, кто передовой, и мы примерно думаем, в какую сторону нужно развиваться. Нам очень важно рассказать, что такое интеллектуальная собственность, для чего она нужна, как она помогает бизнесу. Вы все можете присутствовать на презентации цифровой платформы Роспатента, на сколковских проектах, на проектах из цифровой экономики правительства. Необходимо увидеть общую стратегию, потому что в цифровой среде нет границ. Это безбарьерное сообщество и будущее, и все граждане на этой планете должны иметь возможность найти решение. Этот вопрос с государственного уровня, потому что то, что мы можем получить из патентной документации, это все вопросы стратегического развития. Сейчас завод – это не площадка, это совокупность современных, очень дорогих технологий. И нам нужно понять, что они правильным образом охраняются с точки зрения интеллектуальной собственности. Наша бизнес-модель простая, это подписка для нашего партнера ежемесячного. Наша нейросеть проверяет сайт в автоматическом режиме. Дает сейчас нашу продукцию по всей России. Я хочу пожелать нашему форуму, чтобы в фокусе нашего зрения был человек. Вот в условиях трансформации, технологий, развития вопросов интеллектуальной собственности. Соединение под одной крышей различных ветвей сферы интеллектуальной собственности приносит эмерджентный эффект. Мы это не можем избежать, потому что без этого просто не будет будущего. Сначала запрос идет от понять тренды еще на стадии идеи. И место России в рамках данных технологических ландшафтов или патентных ландшафтов. Data is the king, data is король. Единственной эффективной стратегией может быть та стратегия, которая разрабатывается на международном уровне. Каждый год Роспатент поднимает самые актуальные темы. Комплексное предоставление информации от ведущих экспертов обогащает очень мероприятие и делает его незаменимым. Благодаря этому форуму участники со всего мира могут понять, как им объединить свои усилия. Я уверен, что вот те наши коллеги, которые свои проекты представили, они этих целей достигнут. Роспатент им в этом поможет.